Вы смотрите «Информбюро», продолжаем выпуск. Житель Караганды нашел в колбасе из конины птичьи перья и выложил видео в социальные сети. Теперь производитель намерен взыскать с него больше 2 миллионов тенге. Насколько сложно в нашей стране защитить потребителю свои права, выясняла Людмила Батюшкина. Колбаса мусульманская, конская, с добавками из птичьих перьев. Эту колбасу Газиз Махметов купил в одном из супермаркетов Караганды. Утром разрезал и едва сдержался. Пошли волосы. Длинные. Я подумал, я как сельский житель сам родом. Я думал, либо конские, либо крупные скотины, либо это женские. Я начал выплевывать, и потом, смотри, дальше пошли перья, и все. Все остальное я выбросил в унитаз. Мужчина предъявил претензии супермаркету. Там сказали, что их вины нет. Он вызвал полицию, после связался с производителем. Производство большое же, поэтому попадается иногда такое. И часто у вас перья попадаются? Нет. К счастью, нет, не часто. Не часто, но бывает, да? Ну да. Производители предложили Газизу заменить колбасу. Он не согласился. Пытался сдать часть колбасы на экспертизу, ее не взяли. Выложил видео в интернет и написал жалобу в СЭС. Предприятие проверили, нашли нарушения. Но после предприниматель обжаловал проверку в прокуратуре. Производители отказались от комментариев, но ответили, что предлагали мужчине вернуть деньги за колбасу. В ответ тот им угрожал. Они расценили это как вымогательство, поэтому подали на него в суд и потребовали публичных извинений, а также выплатить 2 миллиона тенге и доп. Расходы. Я необоснованные сведения предоставил в департамент санэпидстанции и это на видео, YouTube часто. Я пошел снова, приобрел колбасу этой же модели, этот же стандарт, все, это же название. Я сдал ее на экспертизы, и снова появились перья, но уже заключение экспертизы. Казахстанцев удивляют истории из Европы и Америки, где порой за пустяковые нарушения суды взыскивают с производителей миллионы в пользу потребителя. В Казахстане правозащитники не помнят ни одного такого случая. Хотя регулярно покупатели находят в продуктах камни, щепки, волосы и даже презервативы. Юридически доказать наличие посторонних предметов в каком-то продукте очень сложно, тем более с нашей бюрократической системой проверки. Это реально. И если ты не можешь это доказать, то, естественно, ты будешь нести ответственность за клевету, за то, что ты подорвал честь, достоинство, деловую репутацию. Именно поэтому подавляющее большинство потребителей проглатывают обиду и не связываются с судами. Но Газиз Махметов пошел на принцип. По его словам, теперь он намерен регулярно покупать колбасу той же марки, сдавать на экспертизы и писать жалобы. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.